Друзья, как вернуть молодость или создать такую иллюзию с помощью стрижки? Есть такая технология, владеют ей специалисты, один из них у нас на прямой связи. Кристина Смарыгина, парикмахер-стилист. Доброе утро. Доброе утро, Кристина. Доброе. Здравствуйте. Мы сегодня говорим немного о страхах, прежде всего, многие из них связаны с внешностью. Расскажите, можно ли при помощи прически казаться немножко моложе? Вы знаете, при помощи прически и молодые, и худее, и вы меня слышите? Да, слышим вас. Скажите, пожалуйста, а если, значит, я хочу немножко моложе, и мне что теперь, челку себе, может быть, сделать, или за счет чего? Есть какие-то молодые стрижки? Вообще считается, что девушкам и женщинам, которые за 30, уже считается, что они не носят длинные волосы, делают каре, как вы видите, либо среднюю длину. А также, чтобы омолодиться, я считаю, что нужно добавлять всегда светлого. Я вообще очень люблю окрашивание в блондинок. Угу. Это было я. То, что у вас высветляют цвета, все делает намного моложе и светлее. То есть, получается, если мне немножечко за 30, то я, в общем-то, делаю правильно, что начинаю некоторым образом укорачивать свою прическу, а главное, что рекомендация абсолютно всем стать светлее. Или, может быть, мы как-то все равно там на цветотип, или как это называется, обращаем внимание? Мы всегда тип. Теплый, холодный, зима, весна, лето. Не факт, что обязательно все должны с пинками, потому что очень многие при этих просто теряются. Вот, можно углубить корни, просто добавить каких-то нюансов. Допустим, прядок, бликов. Просто я колорист, я всегда вот... Понятно. И с помощью окрашивания. Даже мужчину можно омолодить с помощью окрашивания. Вы прямо украли мой вопрос. Я думаю, а что же мужчинам делать? Вот им, понятно, стрижка будет короткая. Им тоже высветляться или нет, наоборот? Нет-нет. Вообще, мужчины мои клиенты, которые спрашивают меня, вот... Возраст, седина, что делать, я старый, какой-то у них там комплекс развивается. Я говорю, седина – это вообще благородная седина. Седина только украшает мужчину. Я считаю, чтобы стать моложе, выглядеть солиднее, нужно просто регулярно посещать салон красоты. Там, раз в 3 недели, раз в месяц, не ходить по 3 месяца нестриженным. И тогда вот он будет выглядеть очень солидно, молодо. И если уж прям совсем хочется закрасить седину... Есть такая маленькая уловочка, называется камуфляж седины. Mm-hmm. То есть никто, даже никто не заметит из его окружения, что он там покрасился. Это ни в коем случае не окрашивание. Мужчина и окрашивание, это нельзя такое применять вообще. Это же брутально. А есть у вас какие-то обратные варианты, когда, значит, приходит мужчина и говорит, знаете, никак не могу посидеть. Хочется благородную седину, и ничего не получается. Можете вы ему там добавить вот этого благородного оттенка? Ну, колорист вряд ли сможет добавить именно седины. Это, наверное, только любящая жена может сделать. Прекрасный комментарий. Жена запросто добавит седины. Есть такие случаи. Кристина, у меня, знаете, какой вопрос? Один мой хороший знакомый считает, что у женщины, если видно седину, то все, она начинает выглядеть как старуха. И неважно, какой формы ее прическа, посещает ли она парикмахера-стилиста регулярно или нет. Вот по его мнению, все. Если у женщины седина, хоть один седой волосок, она становится старухой. Я считаю не так. Что вы как специалист считаете? Да, конечно, нет, ни в коем случае. Если сейчас, понимаете, уже девушки, женщины сидеют 25 лет. Это да. Что, 25 лет? Нет. Но надо все равно грамотно это скрывать и следить за этим, не ходить сединой. Опять же, либо это разбавлять какими-то прядями, либо тонировать, наоборот, в очень натуральный цвет волос. Не надо, чтобы это все видели окружающие. Все-таки надо. Спасибо вам большое, Кристина. Мне кажется, такие вот точечные, но очень хорошие советы мы для всех буквально проговорили. Спасибо вам еще раз.